Выязное посяджение постоянной комиссии Палаты представников национальных исходов по промысловости, палеоно-энергетичным комплексе, транспорте и совязи распочалось заглядывать в отчасти Могилевхим волокно. Як надать новый импульс развитию промысловых предприемств, як повеличить темпы экономичного росту, меркование на гэты конт парламентары хочет почуть от керуников буйных предприемств в Беларуси, у Темлику и у Могилеве. Их перспективные идеи потребны для подрыхтовки концепции закона о промысловой политике. Необходимо, в общем-то, определиться с теми направлениями, как развивать нам промышленность, экономику развивать, какие направления, какие перспективные идеи могут при этом использоваться. Сегодня мы вместе с Министерством промышленности, с Аммином работаем над концепцией этого закона, и поэтому нам необходимо мнение промышленного сектора. Чтобы отсюда сказали и в лице генерального директора, и в лице главного инженера, специалистов, какие проблемные вопросы есть и связаны с энергетикой, и связано с дальнейшей модернизацией и привлечением инвесторов на предприятие. Это везде одинаково. И Могилев, и Волокно, и другие предприятия. Особная частка парламентского огляду выполнения закона о промысловой безопасности. На Могилев, и Волокно действует строгая система. Новую редакцию закона мы приняли в прошлом созыве. Я, в частности, была депутатом ответственным за разработку закона. Мне сегодня было приятно слышать, что проводится модернизация на Могилевском волокне, в результате которой ряд тех производств, которые сегодня относятся к первому классу опасности, снизят свой класс опасности. Это значит, и улучшатся условия экологические, условия труда. Гутарка парламентариев и промысловцев протягнулась в зале, где генеральный директор Могилевского волокна Петр Рудник рассказал депутатам про сегодняшние экономичные показчики и поэтапную модернизацию предприемства, якая уже распочалася. Это уход от устаревших высокозатратных технологий, переход на новые ассортименты, новые виды полиэфирной продукции и новые технологии для того, чтобы можно было на равных конкурировать в первую очередь с азиатскими производителями. Это китайские. Сегодня на Могилевском волокне работают амаль 6 тысяч человек. Средний заработок за минулый год складывает более за 780 рублей. Темпы экономичного роста на предприятии в первом сёлетнем квартале увеличились, по воде попередних подликов, на 20%. Однако именно модернизация, первый этап, который должен завершиться в наступном ходе, позволяет складывать планы на перспективу. Кошт первого этапа 45 миллионов долларов, але она даст еще более прибытков. Будет новая конкурентоспособность. Продукция. У парламентской комиссии меркуют, что у новом законе треба адлюстровать подтримку тем предприемствам, которые идут на инновации, как это теперь робить на Могилевском волокне. Илона Иванова, Виталий Алексеенко, новини региона.